Всем привет, с вами снова Придонки. Вот приехал в гараж, сейчас поставлю на зарядку батарейку от видеокамеры запасную. НПО над загадочным озером. Ярко освещенный летательный аппарат появляется из воды. Так, пока выключим. Он почти на минуту зависает над озером. Пока выключим. Я, значит, в прошлый раз говорил, что у нас есть вот такая дур-машина, к которой вот этот шкивок, я тут ее под стол положил, вот она лежит. Это я как-то покупал у Сереги Мазаря машинку. Вот эту, сейчас я объектив, камера, не объектив, а монитор, чтобы я видел, что я показываю. Повернул. Машинка какая-то ДВТ. Там что-то там туда-сюда. Она какая-то там. Я купил у нее. Черти когда, она уже лежит. Германия туда-сюда. Видите, написано на ней прокат. Вот. За какие-то деньги купил. Короче, суть такая. Я хочу вместо вот этой, знаете, говоря, отношения к чужому инструменту. Откручивали. Представляете, какой силой долбили. Вообще дичь. А ну-ка, дай-ка мы попробуем. А, не той стороны свел. Мужики, здесь что самое хорошее, что почти. Здесь, по-моему, 22 должно быть. Если не путаю. Здесь сколько умерим? 22 на плюс. А здесь... А здесь 22 на минус. Ну, примерно разница где-то в 2 десятки, в 3. То есть чуть-чуть залезает. То есть мы, по сути, со шкивом делать не будем ничего. Он у нас подходит по посадочному диаметру. Грубо говоря, мы прямо вот так вот. Вот так вот. Шпега. И мы прям сюда его вот так вот прям прикрополим сюда его вот так вот прям. Прикрополили и все. И сюда одеваем эту погонялку, ремень закрепляем за горло, берем вот эту приладу, вот она готовая есть, прилада хомут, и мы за нее ухватимся. Нет, вот этот кожух, он никогда не был нужен, она уже валяется. Кстати, дай хоть я проверю, она хоть работает. Нет, потому что я тут ее, тут пылище на ней слой. Смотрите, она тут лежит, уже я про нее думать забыл. Она уже тут похожа, как сказал бы Боярский, 3000 чертей! Ой. Ну, короче говоря, сейчас я включу ее, мне интересно, самому она хоть как, что она хоть была или нет. Вот, и да, так, сейчас мы уторкнем. Сет. Утолкнули, нажимаем. Ну, что мы слышим? Мы ничего не слышим. Ну-ка. А, уже не так просто. Тут еще надо как-то тут нажимать. Что-то тут как-то вот так-то вот. Тут система безопасности. То есть, чтобы запустить, надо вот так вот откропалить. Кстати говоря, было бы очень неплохо померить скорость вращения, чтобы иметь представление, сколько накрутится эта шляпа. Так, я вот так вот смогу нажать, вот так вот, ну-ка, вот так вот, ага. Сейчас мы с вами померим тоже скорость вращения, мне интересно, что и как. Так, мы что будем мерить? Тогда мы с центра возьмем, вот отсюда, вот от селева. Так, сбрасываем на ноль. Сейчас присядем и будем мастырить. Так, ну я не знаю. Ага.
Так. Сначала я, значит, ну я не знаю, смогу показать толково. У меня так рука вывернется, хоть нет, чтобы вы увидели. Ну, наверное, да, что-то получится. Так, запускаем. Ну, короче говоря, вот как я здесь понял, вот нижний циферблат показывает 3, ну, где-то 2, значит, 3, там, 250, ну, ближе к 3300. То есть, по нижней стрелке можно ориентироваться, сколько тысяч оборотов, а вот эта вот стрелка показывает, ну, добавочные, там, типа, сколько чего. Ну, давайте еще раз. Здесь вот нажимаем сброс. Вот. Опять сейчас запускаем ее. И мы сейчас откропалим. Так, я вот так сейчас подниму ее. Ай. Что-то какой-то порожняк вышел. Так, еще раз. Что-то непонятно. Еще раз. Все, хана прибора сломал, пацаны. Что-то там, короче, испортилось. Ну ладно, у меня есть мой бесподобный друг Шура, видимо, очень резко, то есть запускали и свернули шею прибору. Ну что поделаешь, ребят, бестолковость она рулит, рулет. Вот я прибор передам ему. Санёк, готовься. Я свернул прибору шею. Вот ты любишь такие инструменты чинить. Тебе и карты в руки. Короче, машина мощная, на теперь на ее счету вот это. Прилада. Вот, а мы сейчас немножко расковыряем здесь вот это вот дуплицо, ну не напильником, а на станку, на станочке. Да, не ожидал такого я. Представьте себе, никак не ожидал. Представьте себе такого вот конца. Ну и там припев этот, ну вот, пришла лягушка, прожорливая брушка. Ну вот, пришла лягушка и съела кузнеца. Представьте себе, никак не ожидал он. Ну, в смысле, вот про эту штуку, которая вот умерла. Да, дурак дураком. Это называется, знаете, когда начинают читать эти самые русские, когда начинают читать инструкции по эксплуатации, когда уже все, только тогда уже, когда все спортил, сломал, вот как в моем случае. Ладно, ребят, я буду потихоньку заниматься, и что нужно, я вам покажу. Короче, этот повушкал, посмотрел, как все это дело закрепить, установить. Но тут установить еще полбиты, надо еще сделать так, чтобы ремень натягивался, вот этот вот ремешок. Все подходит, длины ремня хватает, самое то. И сейчас я тут пытаюсь что-то придумать, короче говоря. Ну, я уже знаю, как что стоит. Уже понял для себя там, что и как. Что к чему, я чижу яйца, ну вот. Да. Ну и, короче, сейчас я буду придумывать. Это будет усиленная работа мозга. Если вы слышите треск, стук и гром, ну вы не пугайтесь, это у меня... Не-не, это я не откропаливаю, не кропалю, не мастырю, а просто пытаюсь думать, как эту железку закрепить в держателе лесов, а уже в нее уже вставить жужжал машину. Поэтому не пугайтесь, если загремит. Это просто у меня в жбане шары перекатываются. Видите, я зафиксировал здесь включенным. Буду включить розетку. То есть все стоит, все натянуто.
И сейчас будем посмотреть. Это чисто мужики сразу говорят, это просто тест. Я не знаю, как это будет. Мне кажется, даже обороты будут великоваты совсем. Такие звуки страшные. То есть я даже еще не менял подшипники, шпиндели, но мне это вообще не волнует. Сейчас раскрутим всю эту дурмашину и поглядим, как это будет выглядеть. Сейчас поставлю штатив. Ну, сейчас сами все увидите. Не знаю, куда все это вывезет. Возможно, чтобы уменьшить обороты, здесь поставить шкивок придется побольше. Ну, не знаю, или этот уменьшить, хрен знает. Пока не думаю об этом. Не, надо сейчас все это включить и посмотреть, как это все будет выглядеть. Что будет колготиться, видите, я посмотрел тут я бумажки, чтобы абразив не сыпался куда не надо. То есть, это все пока эксперимент. Пацаны, походу я перестарался с оборотами, это вообще какие-то кошмарные дикие, сейчас покажу, вы сами судите. Тут можно так унести куда-нибудь в космос. Так, я что-то нажимаю. Что-то страшное. И вот тут самое главное, видите, вот я буквально включил на какое-то время, а ремень горячий. Очень сильно греется быстро. В общем, какая-то страшная дичь. Не знаю, пробовать, не пробовать. Она будет по-любому шлифовать, но что-то я очкую. Так, чуваки, ну ладно, что. Это вдруг меня зашибет. Виноваты будете вы. Ну что, поехали. Значит, дело стоит таким образом. Завоняло паленой резиной. Да, мужики, это, конечно, страшная дичь. И что самое главное, здесь начали резать шкивы. Что это шкив поехал? То есть, само по себе все ползает. Вот, что вот этот вот, то есть, от вибрации. Из этого был вывод какой. Вот эта тема тянет очень хорошо. Вот это вот все исполняет. Но очень страшно, мужики, рядом стоять. Он так болтузит, это вообще. Ну, вы сами слышали, видели, я даже как-то подочковываю. Вот, рядом стоять страшно, потому что, ну, я не думаю, что камень развалится и шпиндель согнется. Но выбираться, станок весь ерзает. Это подача гуляет, это. Это сейчас затянул шестигранником здесь вот. Ну, дальше вы видели. Короче, ладно, ребят, тут нехрена мутить все это. Надо искать более-менее мощный электромотор. Вот, возможно, такой шкив поставлю. Ну, в общем, что-то будем делать. Вот. Слишком, может, тут мощи просто через край. Такая жуть и лють вообще. Вот этот вот редуктор громыхает. Ремень вообще аж звонило паленой резиной звонило. Вот, он, видите, тут вклинивается в новый шкив. Вот, и сразу очень быстро греется. Я тут не сильно натянул, но вы сами все видели. Тут просто, наверное, возле экрана сидеть, смотреть страшно. А уж мне-то как. Да, ребята, да. Что-то у меня началось какое-то очкование. У меня же очки изнутри. Вот эти вот припотели, видите, они. То есть, вот, в принципе, такие обороты, какие здесь есть, это нормально, ребята. Это все хорошо. То надо сюда доводить до ума. То есть то, что надо, но страшновато. Где уже вот эта дикая мощь необузданная, ну просто страшно. Вот. Машинка вывозит. Хорошо то, что она запускает свое оборота плавно, не резко. И мне напугало то, что звоняло паленой резиной. Вроде тут какой-то пол шкива есть, но не на всю. Вот. И фишка в том, что можно стебануть. Тут надо что-то какую-то защиту делать, чтобы если там громыхнет, ну, чтобы не забило до смерти. В общем, вот такие дела. Работа.
продолжается, то есть вот такой эксперимент. Это тоже попытка, не пытка. В общем, ребят, на сегодня все. С вами были Придонки. Берегите себя. Это был страшный эксперимент над станком Жет. Вот. Хороший, хороший. Не волнуйся, все хорошо. Я тебя, видишь, даже остановил. Тебя не разорвет, как хомяка. Все хорошо, не волнуйся. Я тебя смажу, где надо. Видишь, я даже газетку постелил. Все чистенько будет. Все хорошо, хороший, хороший. Все, не очкуй. Нормально. Все. Ребят, всем пока. Я сейчас еще, да, успокою парня. Вот. Ну, а вам всем привет, всем пока. Берегите себя.